В этот день, 30 октября, день памяти репрессированных, мы уже не первый год собираемся здесь, чтобы вознести молитву нашу к Господу. А сейчас давайте мы по традиции начнем нашу молитву за упокой на Литии. Благословен Бог наш, всегда, ныне, присно и во веки веков. Отнюдь же отбеже болезнь, печаль и воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими словом или делом, или помышлением. Обладая воскресы из мертвых, Христос, истинный Бог наш. Правильно осмыслить те события, которые тогда происходили, чтобы мы могли найти на них настоящую христианскую реакцию, и чтобы мы могли призвать к такому усилию, покаянному и преображающему усилию памяти всех людей, которым эта тема не безразлична. Роман Иванович, еврей, член коммунистической партии, образование высшее, заместитель начальника Центрального отдела школ народного комиссариата путей сообщения СССР. Расстрелян 8 февраля 1938 года, в возрасте 50 лет. Пепер Пагаль Джон Вильгельмович, венгр, член социал-демократической партии Венгрии. Фалько Александр Гордеевич, русский, член Коммунистической партии, образование высшее, временно исполняющий должность начальника спецотдела Народного комиссариата земледелия СССР. Расстрелян 8 февраля 1938 года, 35 лет. Алексеев Сергей Владимирович, русский, беспартийный, образование среднее, пилот Ленского отделения Северного морского пути. Брагин Абрам Григорьевич, еврей, беспартийный. Арестован в 1937 году, приговорен к 8 годам исправительным трудовым лагерям. Валерий, расстрелян 10 февраля 1938 года, 31 год. В
еврей, член Коммунистической партии 20-го года, образование высшее, управляющий мостной прессом. Расстрелян 10 февраля 38 года, 41 год. Юровский Георгий Моисеевич, еврей, член Компартии, образование низшее, заместитель управляющего пригородного отделения гастроном. Дьяков Иван Родионович, украинец, член Коммунистической партии, образование высшее, начальник кузнечного цеха, вагоноремонтного завода, память революции 1905 года, в городе Москве. Расстрелян 13 февраля 1938 года, 41 год.